Телеканал «Братья наши меньшие спасем вместе» представляет. Помогите котеночку Изюму. Так, вот малыш наш сидит, наш Изюм. Привет! Привет, котик маленький! Привет! Малюсенький! Привет, мой хороший! Привет, мой хороший! Так, ну хорошо, сейчас мы достанем тебя, будем мыть. Сейчас мы будем тебя мыть. Все. Сейчас следующий. Это наш доктор. Анастасия, наш любезный доктор. Ну чего? Давай, я тебя достаю. Я тебя достаю. Я сегодня уже сделала. Ага. Вот. Так, держите. Ага, держу. Алюсенького. Так, а ну-ка, стой. Стой, стой, стой. Не бойся. Ну не бойся, малышок. Ну не бойся, все хорошо уже сейчас будет. Давай мы с тобой возьмем из глазок возьмем. Вот Настя, вот это вот то, что контрольные, да, берем? Вот, да, вот этот хламидиоз и вот этот вот, значит, кальцивироз, то, что у нас. Давай из ротика тоже. Не, у него вообще нормально. Ни язвочек, ничего, да, ага. Нету. Ты как вот такой вот малыш, вот такой вот грязный мал малышок, вот такой вот Люлюсечкин мой маленький, Малюсечкин. Так, а из попы не будем брать? Из попы? Не, она из попы что ли брала? Ну, да, на кальцивироз. Не, на кальцивироз там а, тоже можно же. Сейчас я посмотрю, ну там, насколько я помню, тоже респираторная. Так, мне его можно обратно, Настя? Да, да, ага. Так, обратно пойдем? Пойдем, подожди. Вот и сиди здесь. Сиди. Сейчас глаза пощипят от анализов этих. Маленький мой, малюсенький. Все будет хорошо. Все будет хорошо, сладчушечка. Будь мосечкин. Изюмушка. Ты давай в лоток учись ходить. А то как я тебя пристрою, мне надо сказать, что ты в лоток ходишь. Вон в какашках. Молодец. Молодец. Я тебе вкусненький корм принесла. Сейчас я тебя покормлю. Подожди. Я тебя сначала закрою. А то я боюсь, ты у меня сейчас убежишь отсюда. Сейчас я тебе вкусный корм привезла. Сейчас, подожди-ка. Я привезла здесь вон пеленки. Сейчас мы будем мыться. Сейчас я вот набрала здесь всяких пеленок. Так-с, ну-ка, сейчас мы тебе дадим покушать. Здесь, конечно, горочка так себе, хотелось бы получше. Так, сейчас я вот так положу пока. Горочку хотелось бы получше. Сейчас я тебе насыплю. Так, ты знаешь, какой вкусный корм? Ну-ка, попробуй, какой вкусный корм, попробуй. Тебе понравится. Я старалась. Очень хороший корм. Дорогой, хороший корм. Нам с тобой помогли. Помогли, люди добрые. Большой привет всем огромное. Спасибо вам огромное, что помогли. Спасибо, девочки. Спасибо, девочки из группы. Спасибо, Борис. Это я. Привет. Меня зовут Юля. Вот. Спасибо вам огромное. Вот малышарика. Сейчас мы вылечим его и будем пристраивать. Поешь, поешь, мой хороший. Вот вода стоит. Все хорошо. Корм я оставлю. Корм оставлю, сюда сейчас положу пока. Пока сюда вот так положу. Ну, здесь, в принципе, неплохо, здесь хорошо. Здесь вот здесь кабинет они сделали, его раньше не было. Там приемная за дверью. И вот такой стационар. Тут вот еще клетка. Здесь сидел большой мейкун, когда я сюда приехала. И вниз, почему вниз Изюма посадили? Потому что вот через эти прутья он может пройти, мне сказали. А маленькая клетка только сюда влезает, наверх она не влезет. Поэтому получилось, что Изюм у меня сидит на полу. Но здесь обогреватель все время работает, поэтому ему не холодно. Но на полу, конечно, да, но на полу и в Африке на полу. Ничего, я думаю, нормально все будет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сейчас следующий будет фильм. Мы будем мыться. Хочу помыть его очень, хочу помыть очень. Маленький, кушай, мой хороший. Сидел на улице под дождем. Из двух машин вытащили. Слава богу, не уехал никуда, не разорвался.
Так что все будет хорошо. Раз так все получилось, раз не уехал никуда, значит будет все хорошо. Вот. Ну, хорошие. Не очень я правильно снимала. Надо было сразу телефон развернуть. А я его не развернула. Дима, прости, я забыла. Вот, мой хороший. Уши все чистые будем. Уши мы почистим, сейчас помоем. Сейчас все почистим, помоем, все будет хорошо. Здесь постелили ему очень хорошо. Все. Сейчас там, пока ты поешь, сейчас там этот прием закончится, и мы с тобой пойдем мыться, мой хороший. Вот переноска его, в которую я его поймала. Вот. Кушай, кушай, мой хороший, кушай. Почище стал, на самом деле-то. Помылся, что ли, сам? Пооблизывался, наверное. Потому что совсем, когда подобрала, совсем был вообще чумазый. Прям аж весь черный. Кушай, мой хороший, кушай. Я потом тебя пристрою в хорошие руки. Алипусик, мой маленький ребеночек. Ну, не мой, вернее. У меня другой ребеночек. А ты кошачий ребеночек. Так, ну ладно. Сейчас немножко подожду, пока там прием закончится. И дальше будем мыться. Алюсик, мы сегодня тебя мыть не будем, мне сказали. Нельзя тебя еще мыть. Пока нельзя тебя мыть. Я за все заплатила. Я потом тебе приеду к тебе. Завтра, послезавтра. И мы с тобой там разберемся. Если анализы все хорошие, то я тебя заберу отсюда. Сиди, не грусти. Ты умница. Изюм просит вас помочь ему продержаться на передержке в клинике до пристройства в новый дом.